Привет. Наелся? Бандит. У нас ежик. Да? Красавчик наш. Его тут кормят на убой. А там дождь, друзья. Ой. Сбыл. Сейчас завершился. Мне чуть капотит. В общем, друзья, что? Только что закончился стрим. Ну как закончился? Он завис. Там люди до сих пор общаются. Обалденно прогулялись. Большое спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо новому спонсору за оформление спонсорства, друзья. 35 гривен. Можно оформить спонсорство каналу. Это очень сильно бустит канал. Ну, реально круто. Огромное спасибо этим людям, которые это сделали. И огромное спасибо просто всем за невероятную поддержку, за комментарии, за активность. Очень-очень приятно, много добрых слов, особенно на стриме, вообще лампово было. В общем, залетайте на следующие стримы, не стесняйтесь. Что у нас в целом, друзья? Сейчас сигнал воздушной тревоги, была угроза баллистики. Был взрыв сейчас в Криворожском районе. Говорят, что залетели к нам беспилотники типа Шахета ниже Герань-2. И еще были пуски. То есть вечер перестает быть томным. В районе 4 часов был сигнал воздушной тревоги. Был пролет ракеты и взрыв в Криворожском районе. Кривой Рог слышал этот взрыв. Дали информацию. Прилет ракеты по предприятию. Никто, сказали, не пострадал, есть разрушения. В общем так, Залужный еще раз сделал заявление журналистам, написал у себя в соцсетях, что сегодня Украина поставила рекорд, сбила 10 из 10 кинжалов. При этом часть людей говорит, что сделать это невозможно, ни одного кинжала нельзя сбить. Ну, Залужный сказал, что установка Патриот сбила 10 кинжалов и указал на то, что если бы эти кинжалы прилетели, то было бы очень плохо. Последствия могли быть катастрофическими. При этом есть российские источники, которые утверждают, что кинжалы прилетели сегодня по подземному бункеру, где погибло 9 генералов НАТО, наверное, и, возможно, зам Залужного. Вот такая вот информация. Увеличилось количество жертв, нашли еще одно тело. Сегодня у нас 5 человек погибло вследствие атак. И СБУ уже к вечеру нашли множество людей, которые снимали работу ПВО, которые снимали задымление, куда поприлетало, где сбивали объекты. СБУ, полиция уже проводят работы. Ну, в общем, на камеру уже извинения пошли. Говорят, что будут давать условные сроки за это. Вот такая вот фигня. Что, друзья, по ТЦК спрашивали? Ну, вот мы на стриме один патруль только видели. Ну, его аккуратненько обошли, в принципе, беспроблемно. А так, ну, ходят полицейские, плюс ТЦК. У нас военная комендатура введена, кто не в курсе. Расширили полномочия ТЦК. Теперь они стоят на блокпостах в Днепровском районе, на въезде в город. Осматривают машины, выдают повестки, также в городе. У них расширили полномочия, конкретно комендант Днепровского района с фамилией Щур, в переводе крыса, он расширил полномочия. Теперь ТЦК без полиции имеют право у вас запросить документы, а вы не имеете права отказаться. В случае отказа они могут принимать, соответственно, меры, вплоть до открытия огня, если увидят вас какого-то сумасшедшего преступника, зрадника и так далее. Вот такая обстановка, друзья. Заморозки обещают на утро. Сейчас дождь, опять гололед. Будьте очень бдительны и осторожны, кто на автомобиле. Ну, телевизор кто-то выкинул, видите? В Новый год, в новый телевизор. Тут еще что-то лежит. В общем, всем большое спасибо. Такая вот информация. Пишите свое мнение по поводу всего происходящего в комментариях. Огромное всем спасибо за поддержку. Огромное спасибо новым подписчикам, которые подписались. Спасибо тем, кто подпишется. В общем, целую, люблю. Может, попозже еще с вами в ВТБ сходим, если мне надо будет. Все. Всем бобра побольше. И до нового выхода на связь.